Всем привет! Сегодня, как я и обещал, будем взрывать колеса. Сразу отвечу на вопрос, нафига? Нет, не нафига я делал эту футболку, а нафига взрывать колеса вообще? Причин может быть несколько, но суть одна. Не удается их накачать. Вот у кого есть источник сжатого воздуха, большого размера, тем полегче, но и в этом случае вот не получается, видите? А у кого такого источника нету в виде мощного компрессора, тем еще хуже. Эта неприятность может застать вас где-нибудь на природе, к примеру. Колесо спустило и разбортировалось. У джиперов, говорят, часто такое случается. Я не джипер, врать не буду. Но раньше, когда не было шиномонтажек, это очень распространенный метод, говорят, был. Взрывом ставить колесо на место. Теперь как-то про него забывают, но с проблемными колесами взрывом ставить их на место гораздо быстрее и проще. Ну, конечно, опасно. Засада заключается в том, что бензин, он не знает о том, что мы хотим его использовать, и ведет себя совсем не так, как мы планируем. Он то не хочет загораться, то взрывается не там, то просто горит, не взрывается. Очень опасно, можно самому обжечься. Из инвентаря нам понадобится огнетушитель рабочий, бензин, спички, шприц, и я смастерил вот такой поджигатель, чтобы можно было зажечь колесо издалека. Вот так может загореться колесо, если вы переборщите с бензином. Для того, чтобы посадить на место вот такую покрышку, 15-ю или же 16-ю, достаточно 5 грамм бензина. Лучше использовать насадку, иголочку на шприц, и заранее подсоединить к соску компрессор. В момент, когда колесо накачается взрывом, включить компрессор, чтобы оно не соскочило с канта, как на видео. Ну, вот и все. До свидания.